В репертуаре театра молодежи снова появился спектакль «Вальс случая». Новую редакцию известной тюзовской постановки уже видели первые зрители. Среди них была и наша съемочная группа. Многие критики называют пьесу «Вальс случая» французского драматурга Виктора Аима самым загадочным из его произведений. Смертью здесь не заканчивается, а начинается история героини. Действие проходит в месте, похожем на чистилище. Здесь происходит некая игра между женщиной и таинственным незнакомцем. На кону ни много ни мало ад или рай. Взяться за новое воплощение вальса заставили те яркие переживания, которые испытываешь от встречи с этой драматургией, говорит режиссер спектакля Геннадий Фортус. Самое главное, что мне хотелось вернуть зрителям интересный спектакль. Тема очень серьезная, и вот появление нового старого нашего актера Максима Березнера заставило нас немножечко по-другому взглянуть на драматургию и вообще на построение спектакля. Появление на сцене нового актерского дуэта Любови Фриган и Максима Березнера, темпераментных, экспрессивных стилях игры создали новые акценты в известной постановке. Герои вступают в страстную игру, которая держит зрителей в напряжении от начала до конца спектакля. Чтобы выиграть, женщине нужно просто честно рассказать о своей жизни. Мы очень много лукавим в жизни. Везде, да, везде, и как-то с этим уже смирились, но попав в такую ситуацию, уже лукавить нельзя. Нужно быть самим собой. Вечная тема, потому что мы все волнуемся, переживаем, что нас ждет вот там, в момент истины, да? Поэтому, а спектакль о том, что нам все равно за наши дела, поступки, за всю нашу жизнь придется отвечать. Чего ты стоишь, что принес в этот мир, кого сделал счастливым? Эти вечные темы не могут оставить зрителей равнодушными, заставляют задуматься и сопереживать. Новая версия «Вальса случая», судя по всему, надолго войдет в репертуар театра. Премьера прошла с большим успехом. Ближайший показ 14 апреля.